500 детей из Сибая отправятся на отдых в санатории Крыма. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана на встрече с официальной делегацией Южного региона. По словам Радия Хабирова, с предложением выступил руководитель Крыма Сергей Аксенов, когда узнал о непростой ситуации со смогом в столице Башкирского Зауралья. Мы вам за это искренне признательны. Я считаю, что дружба в этом и заключается, когда нам плохо, и когда вам плохо, мы будем всегда рядом. Поэтому я искренне вас за это благодарю. Вот это самое главное, мне кажется, что является основой наших отношений. Это дружба и взаимовыручки и поддержка. Спасибо вам большое. Глава Крыма, в свою очередь, отметил, регион получает постоянную поддержку со стороны Башкортостана по всем направлениям. Сергей Аксенов выразил надежду, нынешний визит станет импульсом к более тесному взаимодействию регионов. Уверен, что вот при таком подходе все у нас с вами получится. Поэтому слова благодарности, еще раз уважения всем коллегам. И приглашаем в Республику Крым. Вот сейчас ребята отдохнут ваши. Ну а вы знаете, что мы с вами всегда готовы работать на увеличение туристического потока. А что касается, конечно, ситуации тяжелой в городе Сибай. То есть мы уже с вами говорили, тоже Крым готов всегда подставить плечо. Как было в сложные минуты, когда вы нам поддерживали. И не только словами, а делами. То есть поэтому вот мы в сегодняшней ситуации тоже предлагаем, конечно, вот в первую очередь обратить внимание на наших детей. За эффективное многолетнее взаимодействие Ради Хабиров наградил Сергея Аксенова орденом дружбы. Отмечу, встреча состоялась в рамках бизнес-форума «Дни Крыма» в Республике Башкортостан. В эти минуты крымская делегация в составе бизнесменов и представителей органов власти знакомится с предприятиями и инфраструктурными объектами нашего региона. По итогам форума ожидается подписание ряда межведомственных соглашений.